Выше среднероссийского сегодня уровень газификации в Югре почти 83%, в целом по стране 72%. Президент Российской Федерации постановил задачу ускоренно догазифицировать населенные пункты в стране к 2030 году. Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный ответил на вопросы журналистов и заявил о необходимости принять еще ряд нормативно-правовых актов. В ускоренную программу могут попасть почти 2 миллиона 900 домохозяйств страны, в первую очередь там, где есть условия для подведения голубого топлива. В Ханты-Мансийском округе из 194 населенных пунктов газифицировано 82, но при этом есть такие, где газа нет совсем, например, в Кандинском районе. Сегодня в Югре завершают работу по актуализации генеральной схемы газоснабжения и разрабатывают план энергобаланса региона. В рамках этого нового энергобаланса будет максимально рассматривается вопрос максимальной газификации, имея в виду, что ресурс газ природный в разных и западной, и восточной части округа присутствует, есть. И поэтому здесь абсолютно уместно альтернативная газификация, так называемая, с помощью жирного природного газа, значит, там, где нет возможности технической провести газопроводы.